Гонг прозвучал, и бой начинается. Роботы вышли из углов. Ух, Атом пропускает, и у нас первый нокдаун. На ноги! Похоже, это будет очередной мастер-класс Зевса. Рефери Мэтт Гайгер собирается начать отсчет. Раз! Вставай! Два! Три! Отожмись! Вставай! Невероятно! Крохотный робот встает, но тут же нарывается на сокрушительную атаку Зевса. И Атом получает второй нокдаун за 10 секунд. Он чудовищно силен! Давай, чемпион, так держать! Прошу, пожалуйста, поднимайся! Вставай! Давай, Атом! Вставай! Подъем! И снова претендент встает на ноги! Отступай! Отступай! Зевс, загоняй Атома в угол! Уходи оттуда, Атом! Вперед, Атом! Вперед! О, разрушительный удар в корпус! Защита руками! Блок! Уходи из угла, уходи! Чарли Кент отчаянно пытается вывести Атома из этого убийственного угла. Закройся! А ну-ка, вставай! Ну! Спокойной ночи, маленький Атом! Зевс проводит серию комбинаций и снова тушит свет! Атом в нокдауне в третий, возможно, в последний раз. Подъем! Давай, вставай, Атом! Вставай! Ну, вставай, Атом, поднимайся! Не верю! Несмотря ни на что, крохотный робот снова на ногах! Давай, Атом! Он не выдержит! Ну давай, Чарли! Браво, Апперкот! Атом наносит удар! Зевс потерялся и пятится после апперкота, которого он совершенно не ожидал! Вперед! И в бок! Карьеру Зевс столкнулся с роботом, который настолько упрямо идет вперед. Трибуны безумствуют. Зевс выкладывается на полную катушку за 15 секунд до конца первого раунда. Зевс загоняет Атома в угол и наносит двойные удары своими мощными кулаками в голову и в корпус. А время беги, идет. Закройся, беги! Осталось 5 секунд, и Зевс готовится нанести свой знаменитый добивающий удар. И гонг! Он не успел. Невероятно, каким-то чудом Атом выжил. Он выдержал! Нас ждет второй раунд. Зрители просто в экстазе. Ура!